Сургут участвует в конкурсе муниципалитетов России «Семья и город. Растем вместе». Проводит его фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов страны. В его рамках нужно будет выполнить три обязательных задания. Первое – создать информационный ресурс или совещательный орган, через который жители вносили бы свои предложения. Второе – снять видеопрезентацию мероприятий, авторами которой должны быть дети. Третье – сформулировать актуальный перечень товаров и услуг, в которых нуждаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На участие в конкурсе в этом году заявились почти 300 городов, в том числе 11 югорских. Мы отчитываемся о выполненных мероприятиях на определенную страничку в Фейсбуке, которая у нас будет в ближайшее время оформлена. Мы запланировали себе 1 июня, поставили срок создания такой страницы, и она будет пополняться постоянно. И после того, как будут завершены итоги конкурса, будут подведены итоги конкурса в октябре месяце 2017 года. Многие из заданий на конкурс в нашем городе уже выполнены. Например, сформирован реестр семей, нуждающихся в поддержке. Список опубликован на официальном сайте Управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району. В нем около 600 фамилий. Напротив каждой указано, где семья проживает и в чем конкретно нуждается.